созвонился с человеком и заказал голубей. Сейчас едем забирать голубей в город. Заберу, привезу домой, будем вместе открывать, посмотрим, что там я взял такого интересного. Все, до встречи. Всем привет, мужики. Здравствуйте. Короче, привезли мы голубей домой. Сейчас откроем коробочек и посмотрим, что я взял себе за птицу. Значит так, сразу говорю, птица, я просил светлых крымаков, белясых, под своих голубов и голубочек. Вот сейчас мы посмотрим, давайте эту птицу. Так, раскрываем коробочку. Так. Так, первая у нас будет эта голубочка. Вот такая вот голубочка полосатая. Такая полосатая. Это получается у нее 4-4 получается голубка. Молодая голубка. Скорее всего, что с позднего выводка они. Потому что он долиниют. Молодежь не долинявшая. Ну ничего, посмотрим. Так. Можешь так чуть-чуть, можешь снимать вот такой, да. Так, Стефан, на, иди сюда. Это мой помощничек, Стефанчик. Сынок мой, на, сади его на этот, вот так вот, отходи сюда. Маш, снимай такой, чтобы он был, сейчас он будет ложить. Сади на скрыт. Не-не-не, вот так, чтобы пускали, чтобы они сами садились. Не сади просто. Да, вот так, и все. Ближе, приближай же, подойди поближе, чтобы уж видно было. Вот так, о. Отойди только, чтобы не полетело в кухню, Маш. Так, иди сюда. Следующий, Маша. Следующий голубь. Это голубь. Лови, лови его. Так, это голубок. Вот такой вот молоденький голубок. Вот такое крылышко у него, пышный. Так. Вот крыло. Вот какое крылышко. Так, хвостик показываем, хвостик. Вот такой вот. Повилочки голубок. Светлый голубь. Красивый, хороший. Это голубь. Отличный. Перелет шикарный. Так. Снимаем следующую голубку, Маш. Так, это голубь получается, голубка поясатенькая и голубь крымачонок. Так, смотрим голубочку. Вот эта голубка, ребята, я когда взял ее в руки, я просто кайфанул, я не знаю. Мне чем она хороша, тем что, во-первых, корпус, вот корпус, вот. Ну, меньше ладошки, корпус. Голубка сама протянутая. Не мелкая, но корпуса вообще нету, она настолько, ну, пушок, просто пух. Вот такое крылышко у нее. В руках вот беру, не надо ни хвост усить, ничего, вот, просто взял, она его держит, хвост, вот. Вот, вот, все, вот. Я пальчиком ее держу, вот. Она уже хвостик раскрывает. Смотри, Маша. Сади, посади. Да. Посади опять. Вот там встанет вот на дверях отсюда. Так, красотули, вообще красотули. Саша, огромное тебе спасибо. Обалдеть просто, мне нравится. Мне просто это все нравится. Так, следующая голубка. Походу в боку нет у нее перьев, потому что как-то на бок хвост не раскрывает до конца. Ну, это немножечко как бы попроще. Такая, смотрю, голубочка. Ну, Саня говорит, они по торцу.
эти голуби, она очень хлесткая. Эта голубка летала, цвет этой голубкой, говорит, смотрел, как она летала, говорит, все время, до последнего, говорит, она летала, да по ней видно. Сейчас вот я ее перепущу, эту голубочку. Вот такая вот, немножечко она длинноносенькая, правда, но ничего. Так, Дусенька, стань там, чтобы она, смотрите. Она вообще хлесткая-хлесткая. Приблизь, Маша. Так. От этого, Маша. Смотри, смотри, не надавлю на них, не напирай на них, сынок. Что там дальше? Так. Красавцы, короче, вообще, я обалдею. Вот это привез голубей. Красавцы. Все, подобрал я пары. Вот это уже у меня будут они давать деток. Давать деток. Ну, а ну, Машенька, отойди чуть-чуть, я сейчас вот так поймаю. Вот это вот голубочка. Не подбрасывай, да все. Не подбрасывай. Ну, сынок, вот остань, чтобы они не летели. Это. Еще раз хочу на эту голубку обратить внимание. Вот. Ну просто, ну я не знаю, куколка. Это просто куколка. Такая хорошенькая, аккуратненькая. Ну как летает она, ладья, ладья. Саша говорит, это ладья. Напоминает ладью, говорит. Красавица, просто. Вот настолько она приятная. Голубонька. Что такое подвисло, Стефанчик? Так, Стефан, а ну показывай голубя того, подходи. Будь здоров. А ну? Так, а ну, Машенька, подними чуть на свет. Так, вот это такой голубок. Ну, тоже такой... Ай-яй-яй. Ну. Трогай, не трогай рукой. Пусть она сядет, да. Маша, ну. Ну, это голуба хвоста нету, перья, видно, растут вот. Вот, перышко беленькое, раз. Это белохвостый, получается. Молодые вот перья, вот молодые, которые еще не линяли. Это уже полиняли. Можно обратить внимание, какое перо. В два пальца перо. Два пальца. Широчезные перья. А вот детские. Молодые. Вот лезут. Одно лезет перышко. Вот второе лезет перышко. Второе. И вот третье лезет перо. Четырнадцать хвостей у него, 14 перьев. Ну, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10. Вот лезет 11, 12, 13. Похоже. Может, тут где-то еще. Вылезет. Может, вылезет, да. Ну, такой вот голубь. Во крыло. Смотри, какой пах. Тоже молодой вот еще лезет. Вот он лезет. Видно, поздняшки. Ну ничего, пусть долиняют. Приблизь их. Так, а ну. Сейчас я. А ну, Маш. А это вот, Саня, я парую вот этих вот голубей. Вот твоего, ты говоришь, бабочка, а то, что ты мне дарил вот этого. Со своей голубочкой. Вот они, парочка их. Отойди, сын. Да не трогай там ничего руками, да все. Вот я их вот таких вот и парую вот. Вот такие будут пары. Голубка у меня очень сильно летала, вот это вот. Это голубь ее. Вот такая вот голубочка. Смотри, какая она. Куколка. Куколка голубочка. Это моя старенькая голубочка, моя выводная. Еще с моих первых голубей. Вот она. Вот она. Крылышко такое у нее. Аккуратненько. Вот, пускай. А, какая она. Вот это их парочка будет, получается.
Вот эта голубка и вот тот голубь. Это твой голубь, Саня, что ты дарил мне в прошлом году. Вот такие вот у меня будут крымачата. Так что так. Так, вот это вот. Вот получается у нее белая тоже вот лезет перина. Белая получается 1, 2, 3, 4, 5 лезет белая. 6 и вот она через одну белая. 7 перин в середине у нее. 7 перин у сизой. Ну такая тоже аккуратненькая, такая вот приятная голубочка. Пушистая, желтоглазенькая, правда. Ну, красота. Красота. Мне нравится. Так что так. Вот такое было у меня еще приобретение в этом году. Ребята, надеюсь, в этом году я, если все будет благополучно, возьму голубят. Я думаю, что все будет классно. Голубята должны быть просто бомбец. Так. Ну что, давайте. Все тогда, ребята. Всех благ вам. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Покажу.